12 ноября в ДК «Родина» итальянский актер Маурицио Швайцер предстал перед кировчанами в образе Адриано Челентано. Маурицио родился и живет в Италии. Артист имеет внешнее сходство с Челентано. Кроме того, ему свойственно тоже обаяние, чувство юмора и шарм. Когда Маурицио работает на сцене, его практически невозможно отличить от кумира. Повадки, голос, костюмы – все как у знаменитого Челентано. Многие итальянцы высоко оценивают его мастерство и с радостью посещают его концерты. Трибьют-шоу Адриано Челентано создано с личного согласия маэстро. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Вести интервью». Сегодня ее проведу я, Юлия Шалаева. Мы находимся в доме Витберга, и сегодня у нас очень необычный гость, талантливый артист. Он приехал к нам из Италии, его зовут Маурицио Швайцер. Маурицио, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте, Юлия. Маурицио, вы уже 2 дня в городе Кирове, а вчера у вас был концерт, сегодня, наверное, богатая культурная программа. Скажите, пожалуйста, вы успели уже попробовать местную кухню, может быть, пиццу? Del nostro cibo no, perché a me piace assaggiare le cose locali. Ma parlando di ieri sera. Мне нравится ваше местное блюдо. Я вспоминаю вчерашний вечер, все было очень вкусно. Помню ваши сосиски, ваше мясо, рыбу и, конечно, помню вашу водку. È un po' di vodka. Чуть-чуть. Я вчера присутствовала на вашем концерте и хочу выразить вам свою глубокую признательность и благодарность за этот праздник. Это действительно был настоящий праздник для нас. Я тоже хлопала вместе со всем залом, вставала после вашего выступления. Скажите, пожалуйста, как появился этот проект, изначально его история? Эта идея родилась в 2008 году, когда я со своей командой решил начать выступать. Все началось, конечно, от моей любви к творчеству Адриано Челентано. Сперва все было спонтанно, и со временем мы доработали номера и сделали шоу. На мой взгляд, вы очень смелый человек. Это такой серьезный шаг копировать легенду итальянской эстрады. Вам было страшно на начальном пути? Все началось случайно. Потом мы стали понимать, что нам нравится то, что мы делаем. Наше шоу – это не просто копирование Челентано. Мы посвящаем свое выступление этому великому артисту. На сцене мы вспоминаем его и его песни. Я хочу напомнить, что Маурицио является самым популярным в мире двойником Адриано Челентано. Маурицио, как все-таки вы работали над образом? Как вам удалось вот так точно передать и пластику Адриано Челентано, и его голос, и его манеру двигаться, манеру общаться с залом? Как вам это удалось? Una parte è mia naturale. Должен сказать, что для меня, как для артиста, это все естественно. Конечно, я шлифовал и манеру исполнения, и пластику. Досконально изучил персонаж, его одежду. Знаете, особенно приятно, когда мне делают комплименты именно как Маурицио Швайцеру, как артисту, который играет роль Челентано. И это так и есть. А что было самое сложное в работе над образом? Вот голос, да, чтобы совпадал, или пластика, движение? Что для вас было сложнее? Самое трудное – сочетать все эти качества вместе с той энергетикой, которая нужна на сцене. Потому что мой голос сам по себе похож на оригинал, а все остальное получается естественно. А когда вы сами начали замечать, что похожи на Адриано Челентано? Я сам не замечал этого. Это заметили мои друзья еще в молодости. Они мне говорили, что я похож на него и что я пою как Челентано. Вопрос, который я не могу не задать, сам Адриано Челентано знает вас, он видел ваши выступления, ваши концерты. Челентано ведет очень закрытую жизнь и очень редко выступает. На публике появляется раз в 3-5 лет. Последний концерт был в Вероне, поэтому увидимся ли мы когда-нибудь, зависит от него. Я думаю, когда он захочет познакомиться со мной, то скажет.
un suo parere lo farà di persona. Поговорим, Маурицио, об итальянской музыке. В России очень популярна именно итальянская музыка 70-х, 80-х годов. Как вы считаете, с чем вот связана эта популярность? Ma penso che è stato il periodo nel quale cominciava un po' l'apertura al mondo occidentale. Я думаю, это связано с тем периодом, когда ваша страна открывалась Западу. В СССР стали показывать фестиваль Сан-Ремо. В те времена на фестивале как раз блистали такие звездные исполнители, как Тото Кутуньо, Пупа, Рики Повери. Вообще, несмотря на географическую отдаленность, мы близкие народы. В России действительно очень любят итальянцев, любят итальянскую музыку. Адриано Челентано, конечно, в первую очередь. Вы вчера в зале почувствовали вот эту любовь, вот эту отдачу зрительскую? Да, да. Большой. Molto. È stato uno dei concerti, anche Carlo, che la mia voce russa, io lo chiamo così. Все было прекрасно, очень душевно. Вообще везде, где бы мы ни выступали в России, во всех городах нас встречают хорошо, сердечно. Когда мы приехали в ваш город, то практически сразу, с первой встречи с вятскими людьми, начали заряжаться от них особой энергией. Эта же энергия ощущалась и во время нашего выступления. Кировчане приняли нас великолепно. Должен сказать, что ваш город уникален, в нем есть что-то особенное. Раслан ci ha portato in giro, ci ha fatto da Cicerone. 6 лет вы играете роль другого человека. Вам не кажется, что вы проживаете жизнь другой личности? Non lo so, penso di no. Forse qualche gesto può darsi, però non so. Нет, я думаю, нет. Может, в некоторых моментах только. È vero che c'è un rischio, rischio tra virgolette, non è una cosa grave. Конечно, маленький риск существует, но я заметил, что люди понимают, что я играю роль, но при этом остаюсь собой. Маурицио. Адриано Челентано вегетарианец, а вы как к этому относитесь? Только что съел очень вкусное блюдо здесь недалеко. Нас кормили такими чудесными крылышками. Нет, я очень большой гурман. Но может быть, когда-нибудь приду к вегетарианству, кто знает, но это будет точно не скоро. Маурицио, вы сейчас путешествуете с гастролями по России, много видите людей. А как вы считаете, русские девушки красивые? Un tipico esempio, la sua bellezza, i suoi occhi. Первый пример – это вы, ваши глаза и лицо. Конечно, ко мне на концерты приходят и совсем юные девушки, и взрослые дамы, но все они по-своему красивы и элегантны, и, что приятно, относятся ко мне с большой симпатией. У вас есть любимая песня у Адриано Челентано? Вот самая-самая любимая. Я начинаю все больше любить песню «Конфесса». В Италии она популярна, но не так, как в России. Здесь я чувствую, что эта песня вызывает глубокий эмоциональный отклик у зрителей. И с каждым концертом в России я понимаю, что люблю исполнять ее все больше и больше. Мне тоже очень нравится эта песня, она является любимой. Я не могу не попросить вас спеть. Я исполню эту песню на низких тонах, так как долго гулял и связки не разогреты. La prendo bassa. Guardo la telecamera o guardo te? Я смотрю на ваши глаза или смотрю на камеру? Лучше на камеру. La camera. Su confessa, amore mio, io non sono più solo l'unico. Hai nascosto nel cuore tuo una storia irrinunciabile. Le risate, le nostre cene. Scene ormai irrecuperabili, io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero, sono il dolce con fondo amaro che non mangi più. В России хорошим людям принято желать крепкого здоровья. Я вам от всей души желаю крепкого здоровья и возвращайтесь к нам в город. Я думаю, что мы будем очень рады вас здесь снова видеть, слышать. Altrettanto, e volevo ringraziare tutta Kirov. Это взаимные чувства. Вместе со своей группой я очень вам благодарен за теплые эмоции, которые вы нам подарили. И мы будем вспоминать об этом всю жизнь. Ci porteremo questa esperienza per tutta la vita. Большое спасибо, Маурицио. Чао. Чао, Юлия. Чао.